штангу и мимо. Роман Изотов бежит вперед на полном ходу, проходя всех защитников, удар, и как же сейчас Роман не попал. Анжи! Удар и перекладина спасает ворота Алексея Березина. Подача и гол! Прозевали сейчас, откровенно говоря, футболиста Анжи. Молодежь на Арсенала заваливают, на мой взгляд, Аркадия Лабзина, но нет. Великолепная подача в исполнении Максумова. Подача и выйти. Ну как же так? Гол! Гол, друзья! Остаются, ударить бы Максумов!